Энфилда погода сегодня дождливая, и, похоже, матч будет, ведь не обманешь. И вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Команда изо всех сил будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Стартовый состав Милана вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного нападающего. Роберто Фирмино. Вперед идет Роберто Фирмино. И теряют они мяч. Энфилда погода сегодня дождливая, и, похоже, матч будет, ведь не обманешь. И вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Команда изо всех сил будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Стартовый состав Милана вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного нападающего. Роберто Фирмино. Вперед идет Роберто Фирмино. И теряют они мяч. Энфилда погода сегодня дождливая, и, похоже, матч будет, ведь не обманешь. И вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Команда изо всех сил будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Стартовый состав Милана вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного нападающего. Роберто Фирмино. Вперед идет Роберто Фирмино. И теряют они мяч. Энфилда погода сегодня дождливая, и, похоже, матч будет, ведь не обманешь. И вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Команда изо всех сил будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Стартовый состав Милана вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного нападающего. Роберто Фирмино. Вперед идет Роберто Фирмино. И теряют они мяч. Энфилда погода сегодня дождливая, и, похоже, матч будет, ведь не обманешь. И вашему вниманию стартовый состав Ливерпуля. Команда изо всех сил будет стараться завладеть мячом. Если им это удастся, то сопернику, конечно, придется несладко. Стартовый состав Милана вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного нападающего. Роберто Фирмино.